В эколого-краеведческом музее открылись сразу три новые экспозиции. Посетителям представлены выставки из фондов музейного ресурсного центра Ноябрьска, а также персональная выставка «Муравленковской мастерицы». Все подробности у Ольги Черной. Передвижные выставки посвящены двум необычным, но очень интересным темам – мультипликации и миру птиц. В одном из залов музея посетители познакомятся с историей создания мультфильмов, увидят хорошо знакомых мультяшных героев. Значки, открытки, карманные календарики также посвящены этой теме. На сегодняшний день в музее действуют две передвижные интерактивные выставки из фондов музейного ресурсного центра города Ноябрьска. Это «Страна мультипликация» и «Пернатые друзья». В другом музейном зале много интересной информации о птицах, о происхождении, строении и значении пернатых, а тех, кто занесен в Красную книгу Ямала. Для юных посетителей организованы зоны для фотографирования и игровые уголки. Викторины и ребусы, разумеется, также выдержаны в тематике экспозиций. Выставки в городском музее можно посещать как индивидуально, так и группами. Мы приглашаем всех желающих посетить выставки и весело используя провести время в музее. Еще одна выставка, которая в ближайшие две недели заинтересует любителей искусства, подготовлена Муравленковской мастерицей. На выставке представлены различные виды народного рукоделия. Это и вышивка, народная игрушка, лоскутное шитье, орнаментальное вязание, кружевоплетение. Рушники и салфетки, вышитые самыми разными техниками – традиционным крестиком, швом роспись, владимирскими верхошвами, мережкой, белой строчкой. Плетеные пояса, элементы кружевного плетения, игрушки. На выставку автор отбирала самые разные экспонаты. Народные игрушки представлены различные виды этой игрушки – обрядовые, береговые и игровые. Среди работ, представленных зрителю, экспонаты, которые показывают, как можно использовать мотивы декоративного творчества в современном костюме. Выставки будут работать до 15 июля. Ольга Черная, Владислав Дроботов, новости Муравленко.